Сенсационная новость сегодня пришла из южнокорейского Пхёнчхана. Первую в истории награду зимних паралимпийских игр для Казахстана завоевал Александр Калядин. И нашему лыжнику сразу покорилась высшая ступень пьедестала. 45-летний спортсмен выиграл спринтерскую гонку классическим стилем в положении стоя. Казахстанец пришел к финишу с результатом 4 минуты 19 секунд, оставив позади себя японца и канадца. Нашим корреспондентам удалось связаться с новоявленным чемпионом и записать первые его эмоции. Большое спасибо всем. Рахмет от души. Трасса была прекрасная. Мой круг. Правые повороты. Корея, в общем, молодец. Встретила радость. Больше 20 лет назад Александр Калядин попал в аварию. В результате лишился правой ноги. Но трудолюбие вкупе с ответственностью позволили ему раскрыться в качестве успешного спортсмена. Последние 5 лет Александр Калядин занимается лыжами в составе национальной паралимпийской сборной. Погоню за золотом казахстанец продолжит уже 17 марта в своей коронной гонке на 10 километров классическим стилем.